Документальный фильм «Байкал. Выжить любой ценой» выиграл приз на фестивале независимого короткометражного кино в Лос-Анджелесе. Картину, выделившуюся среди работ авторов из 24 стран, сняли журналистки Кристина Бабаева и Александра Рудакова. Фильм рассказывает о людях, живущих на берегу Байкала. Вследствие новых правил природоохраны местное население оказалось на грани выживания. Мы тоже понимаем, что лес беречь надо и сохранить его детям. Но вы тогда дайте возможность, чтобы предоставьте людям другую работу. Что-то альтернативное-то, но дайте людям. Вообще ничем нам нельзя заниматься. Ни коров пасти, ни грядки садить, ни на машинах ездить. Ну, ничего нельзя. Кино длится почти полчаса. За это время авторы успевают раскрыть сразу несколько историй, демонстрирующих бедственное положение прибрежных поселков. Фильм доступен для просмотра на сайте YouTube.